Уже первые серьезные исследования проблем детского организма выявили весьма важный факт – занятия лечебной физкультурой – неотъемлемая составляющая жизни ребенка. Неравномерная, порой чрезмерная физическая нагрузка нередко становилась причиной раннего сколиоза и, как следствие, других заболеваний. А бывают ситуации, когда ребенок, перенеся тяжелый недуг, нуждается в помощи уже потому, что потерял отдельные навыки. В данном случае ему на помощь приходят доктора детской областной больницы. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, в рамках которой идет процесс восстановления. Все под контролем идет у специалиста. Все процедуры выполняются под контролем, индивидуальные занятия с каждым пациентом. Маленькие аппараты, они предназначены для реабилитации пациентов с повреждением каких-то конкретных суставов. Допустим, сустав плечевой, там, локтевой, коленный. И вот для разработки конкретного сустава эти маленькие тренажеры предназначены. Поэтапное, но регулярное обновление материальной базы кабинета ЛФК. Именно такой курс был взят администрацией детской областной больницы в качестве одного из приоритетных. Акцент не только на комплексы широкого профиля, но и на тренажеры на отдельные группы мышц. В зависимости от предприятия. Описание лечащего врача. Очередные новинки уже активно используются в работе. Ролл предназначен непосредственно для улучшения кровообращения в шейном отделе, в ногах, в позвоночнике, в грудном отделе позвоночника, поясничные, крестцовые отделы. Вот. Подушка Боссу непосредственно она предназначена для людей с нарушением координации движения, то есть она стимулирует координацию, либо для людей с плоскостопием. Ее можно использовать так же, как степ. Каждому ребенку инструктор ЛФК подбирает тип занятий. Повторение и постепенное наращивание нагрузки позволяет оптимальным образом восстанавливать нарушенные функции, развивать моторные навыки. Движение в отдельных случаях действует как биологический раздражитель, стимулирующий активность органов и систем, и в конечном счете нормализующий их работу за счет возможностей самого организма. Механотерапия – это основная такая форма лечебной физкультуры, содержанием которой является дозирование ритмически повторяющихся упражнений на специальных аппаратах, вот, которые у нас имеются в наличии, которые постоянно закупаются, обновляются за счет средств бюджета больницы. Мы применяем эти аппараты в основном для пациентов ортопедо-травматологического и неврологического профиля при таких заболеваниях, как последствия травм, остеохондрозы, параличи и порезы при заболеваниях нервной системы центрального и периферического генеза. Кстати, с вводом в действие нового корпуса лечение юных берестейцев будет проходить в более комфортных условиях, что также внесет свою лепту в дело реабилитации и возвращения ребенка к полноценной жизни.